Добрый день, с вами рубрика «Новости и новинки» от компании IBIS. И сегодня мы знакомимся с новым оружием – полуавтоматической самозарядной винтовкой в калибре 308 Winchester от американской компании DPMS. С продукцией DPMS многие из стрелков уже знакомы. В частности, за моей спиной находятся карабины DPMS G2 AP4 и DPMS G2 Recon. Данная модель называется DPMS G2 SASS. И представляет собой самозарядный, ну, назовем это так, снайперский, либо же высокоточный вариант данной платформы для охоты, либо стрельбы на большие расстояния. Основная особенность G2 SASS перед другими версиями данной винтовки заключается в толстом вывешенном стволе длиной 18 дюймов. 18-дюймовый ствол с шагом нарезов 1 к 10 дюймам. Для облегчения веса на нем проточены каннелюры. И, как вы видите, он свободно вывешен. На винтовке установлено консольное цевьё типа Quadrail. Все это сделано для того, чтобы можно было вести огонь с высокой точностью и на большие расстояния. Также в комплект к винтовке входят сошки Harris с качалкой средней высоты. Регулируемый приклад типа Magpul PRS, в котором регулируется высота щеки и длина приклада. Также здесь установлена пистолетная рукоятка, более совершенная, чем стандартные версии. Складные мушка и целик Magpul M-Buzz и увеличенная защелка рукоятки взведения, с помощью которой винтовку значительно удобнее взводить при установке на нее оптического прицела. Единственным апгрейдом, который мы очень рекомендуем владельцам данной винтовки, является замена штатного магазина на продукцию компании Magpul. Вот такие 20-25 зарядные магазины для винтовок 308 калибра отлично себя зарекомендовали и работают гораздо лучше штатных металлических. Во всем остальном данная винтовка полностью оптимизирована для того, чтобы сразу после приобретения радовать своего владельца точными и мощными выстрелами, в том числе и на большие дистанции. Здесь установлен двухступенчатый спусковой механизм матчевый. Здесь установлен толстый вывешенный матчевый ствол, изготовленный из 416-й нержавеющей стали. Одним словом, все, что можно, оружейники компании DPMS в этой винтовке уже предусмотрели для того, чтобы она работала точно и надежно. Для тех, кто впервые слышит о платформе DPMS G2, я напомню, что данные самозарядные винтовки отличаются от винтовок и карабинов типа AR-10 облегченной конструкции и внешними габаритами, напоминающими винтовки типа AR-15. То есть, несмотря на то, что это оружие работает с патронами 308 калибра, всем своим внешним видом, габаритами и массой оно напоминает винтовки, предназначенные для 223 калибра. Винтовки DPMS G2 легче, компактнее, удобнее и очень часто надежнее, чем винтовки AR-10 первого поколения. Более подробно об особенностях платформы DPMS G2 смотрите на нашем канале в одном из детальных видеообзоров.